Главный тренер сборной не только ехать, а Толя Азат Нелич. Азат Нелич, как вам игра, соперник? Игра такая же была тяжелая, как и все остальные игры. Этот соперник играл больше футбол. То есть они играли в короткий, средний пас, длинные передачи, различные, разнообразные атакующие действия у них. С ними было приятно играть в футбол. Сегодня игра была, можно сказать, догола. Нас, скажем так, простили сегодня, могли забить, но там Никита Васильев выручил в подкате, конечно, когда в пустые ворота забивали. Еще пару раз, даже больше, накрывали, блокировали удары, то есть ребята играли самоотверженно. К сожалению, наши моменты, которые у нас были очень хорошие, почему-то не пошел удар у ребят. Вот, начали нервничать, начали получать карточки, но удачно контратака, и забили гол. Ну и потом уже в этот раз не замандражировали, а забили второй, смогли забить, то есть и поставили точку в этом матче. С каким соперником, по вашему мнению, интереснее было все? Нам интереснее было с Севастополем. Вот они играли больше в футбол, то есть не хочу говорить о других командах плохих слов, но поле узкое и короткое, поэтому подразумевает постоянную борьбу. Постоянную борьбу, то есть навалы, навесы, потому что здесь очень тяжело проходить низом оборону соперника. Вот с краю не разбежишься, поэтому здесь постоянная борьба. Но сегодня соперник давал играть, как говорится, мы играли. Вот, поэтому мне больше всех понравился Севастополь. И насколько вы удовлетворены результатом команды в этом туре? Ну, хотелось бы больше, но по такой игре я удовлетворен и результатом, и игрой команды. Спасибо большое.